Всем привет, дорогие друзья! Вчера была попытка начать записывать петербургские влоги, но вчера у меня не работал микрофон, и попытка провалилась. Но сегодня все поправила, и я рада, что я возвращаюсь к петербургским влогам, потому что это моя рутина. Я делаю примерно одно и то же, но немножко по-разному, в самом комфортном для себя месте, поэтому да, сегодня у нас дождливая погода. Сегодня день рождения у моей бабули. Бабуля, если ты смотришь, день рождения тебе. И я иду с Мариной в кофейню, мы договорились встретиться. Сегодня я накрасилась, у меня такой пучок. Сейчас буду собираться. Мы с Мариной только что обсудили, что у нас ужасная метеозависимость из-за дождя. Проснуться сегодня было абсолютно невозможно, по нашим ощущениям. Я просыпалась с 9:30 до 11:00, Марина тоже с 9:30, но как-то у меня она побыстрее раскачалась в 10:30. Я вообще как-то, мне было очень плохо с этим. Поэтому сейчас мы вот пойдем в Верли, выпьем по кофе и будем очень надеяться, что это нас очень сильно и... так сказать, качественно взбодрит. Кстати, теперь я ношу два кольца на правой руке. Помолвочное мое, самое красивое, самое любимое, такое квадратное. Ну и на другой руке стандартный набор из колечек. Я просто не показывала свою колечко в влоге, решила вот продемонстрировать вам, пока мы стоим на перекуре. В каком-то из последних апрельских влогов мы гуляли с Мариной. Я говорила, что я очень люблю летний сад и очень хочу туда зайти. И сегодня мы идем. К сожалению, опять не внутри, потому что он по каким-то причинам закрыт. Погода такая непонятная, немного жарко идти в куртке. Но ничего. Мы не ожидали, но у нас получилась достаточно долгая прогулка. Мы дошли от Петроградской до... почти площадь Восстания, и сейчас мы на улице Ковинский переулок, или Ковинский, вряд ли Ковинский, и мы с Мариной пришли в церковь. Мы в ней уже были. Очень красивое здание. Уже в каком-то видео мы ходили с Мариной в другую церковь. И опять, конечно же, мы там ничего не рассказывали внутри, потому что это как-то, ну, некрасиво, да? В этот раз мы пришли, и там на втором этаже церкви есть орган. И, видимо, там какие-то съемки его происходят. Может, не его, не знаю. Один мужчина попросил нас помолчать, и мы оттуда ушли. Он прям добрый был. А сейчас мы идем в новую кофейню на Невском проспекте. Я ее уже вчера отметила в своем блоге. Сегодня я хочу показать место Марине, потому что оно от создателей больше кофе. Кофе. И там действительно хорошо, так прикольненько. Во влог тоже засниму. Сейчас в лучшем районе прогуляемся. Это улица Маяковского. Да, вот эта дверь. Сегодня это наше место. Надо, главное, гордо сесть. О! Наши напитки сегодня. По айс-латте. Чтобы точно погода на нас никак не повлияла. Третий кофе в день. После прогулки с Мариной я немного перекурила, передохнула дома, немного повязала. Сегодня вышел новый выпуск «Справиться проще». Я обожаю эту передачу про ментальное здоровье. Сегодня девочки обсуждали миф об идеальной любви. Очень классный выпуск.
мне очень понравился, я под него вязала. Я купила хлопковые нити и пытаюсь как-то придумать какую-то идею для небольшой сумочки. Вот, и уделяю этому время периодически. После того, как я устала вязать, я подумала, что мне не хочется сидеть дома, и отправилась на соло-прогулку. Вечером иду в сторону Смольного. В Петербурге сейчас период белых ночей, поэтому вечером абсолютно не темно, а наоборот, очень светло. Этот район города очень спокойный. Мне тут комфортно и гулять, и влог записывать, потому что народ на улице все равно не так много, как, например, в районе какой-нибудь Дворцовой. Их там гораздо больше людей в целом. Тут спокойненько. Мне кажется, вот эта машина меня польет немножко. У меня сейчас нет какой-то финальной точки. Просто иду, слушаю какие-то летние песни, которые для меня... Красиво. Которые для меня таковыми являются. Просто дышу достаточно свежим воздухом. Антон после приезда сюда говорит, что у нас очень сухо и пыльно. Я все время попадаю на такую поливку улиц, поэтому мне пока не очень пыльно. После того, как мы вернулись из Азии, я начала активно восстанавливать свои ногти, потому что там они у меня просто не вырастали, они слоились, ломались прямо под корень. Как красиво, Новый город, подождите. Рассказ о моих ногтях подождет. Вот в таком вот дворике сидеть там на лавочке, вязать, подкасточку слушать, вообще класс. Так вот, про ногти. Из-за того, что я молочку в Таиланде и в Малайзии старалась особо не есть, я не знаю, может быть, я сейчас капитально не права. Мне кажется, у меня кальция особо не поступала в пищу. Ну, в смысле, в каком-то, видимо, недостаточном количестве. Но как только я приехала сюда, начала есть жирный творог, там, кофе с молоком пить. Вот у меня все. У меня растут уже миллиметр. Уже это я их подпиливала несколько раз. Вот, я этому супер рада. Так мало людей, смотрите. Офигеть, вообще никого нет. Мне туда, я иду в Смольный. Тут за заборчиком какой-то сад. Как будто интересно там прогуляться, ни разу там не было. Это действительно оказалось садом Смольного. Выглядит мило. С фонтанчиками. Немного Смольный видно в деревьях, он там затерялся. Если честно, у меня сейчас только вот желание есть найти свободную лавочку рядом с фонтаном обязательно и пойти сидеть и немного вот просто посидеть. Я люблю посидеть в последнее время. Ой, ну солнцем все залито. Люблю такие места, где вот аккуратненько так все, миленько, душевненько. Фонтан, если честно, тоже привлекает внимание, потому что на воду смотреть это медитативно всегда. Наверное, пойду к вот ребятам туда на лавку. Класс. Парк мне очень понравился, но из-за того, что сейчас уже вечер, начал дуть прохладный ветер, я подумала, что лучшая стратегия для меня, чтобы не замерзнуть, это... продолжить идти, поэтому я немножко передохнула на лавке и пошла дальше. Почему я знаю, почему я люблю посидеть. У меня плоскостопие, и мне нужно будет исследовать, что у меня с ногой, потому что я не совсем понимаю. У меня плоскостопие, и несмотря на то, что у меня есть ортопедические стельки, моя обувь, видимо, недостаточно хороша для моих ног, поэтому буду как-то в ближайшем времени это решать. Где-то час у меня заняла дорога до Смольного. Пешком. Его опять не видно за деревьями, но видно вот его красивую часть. Мне очень нравится вот эта белая постройка, наверное, тоже какая-то церковь на территории. Вот еще этот район, конечно, он максимально безлюдный. Абсолютно всегда, когда я в нем бываю, он вот такой. Сейчас уже больше, наверное, 9 часов вечера, поэтому, скорее всего, сам собор и какие-то... часовни, храмы на территории закрыты. Но я думаю, территория открыта для входа. Я немного прогуляюсь и пойду в какую-нибудь обратную сторону. Наверное, какой-то другой дорогой, чтобы не дублировать кадры перед своими глазами. И для влога тоже. Как он красив вообще. Я очень много раз поднималась на смотровую. Она находится... вот, наверное, вот это она. Вход туда свободный за пожертвование храму.
Погодка сегодня шикарная. Здравствуйте. Герой моих влогов. Изменный, постоянный, любимый. У нас забронированная машина, она стоит где-то на Маяковского. Мы идем. Такой у нас кадр. Теперь такой кадр. Ой. Спасибо маме за возможность быть водителем. Сегодня у нас эксит на тест-драйве. Да, вот это люкс. Ой, какая грязненькая. О, песня. Здравствуйте. Знаете, я чувствую обновление. Я буквально другой человек теперь. Надеюсь, видно на видео, что я другой человек. У меня новый цвет волос. Впервые в жизни я их покрасила. Конечно же, в салоне я стеснялась снимать. Да честно, я не очень комфортно себя чувствую в таких местах. Я стесняюсь. У меня еще был парень, мастер. Вообще там сидела, молчала. Вот. Ничего. Я напишу внизу, где я была и кто меня покрасил. Приходите, замечательно, очень всем советую. Волосы на солнце почему-то бордовые, но так не должно было быть. Но мне нравится результат. Я хотела убрать светлые пряди у лица, и мы их убрали. Кайфует, Марина меня подождала. У нас с Мариной продолжается прогулка. Мы приехали в Пушкин, чтобы здесь походить, посмотреть что-нибудь. Я тут была последний раз осенью, а Марина 7 лет назад. Обратно мы поедем на электричке, сейчас идем за кофе. Идем в такой аллее. Мы выбрали кофейню, в которую мы шли, и жизнь нас привела к лютеранской церкви. Мы в нее обязательно зайдем. А кофейня называется вот так. Манна. Лютеранская трапезная. Туда или сразу за кофе? Сначала в храм. Ужасно застеснялись, идем в кафе. Очень красиво, но мы, как всегда, застеснялись. Я вообще застеснялась. И мы будем сейчас обходить здание, чтобы попасть в кофейню, в которую можно было зайти изнутри. Не знаю, там как-то, когда никого нет, я стесняюсь. Марина хочет посмотреть сувениры. Кофейня оказалась действительно просто бомбовой. Под вайб подошла нам идеально. И сейчас Марина будет показывать вам, что она купила в церковной лавке, потому что не смогла удержаться, сдержать свой шопоголизм. Открытка. Сколько? 100 рублей. И подвеска. Вау! Вообще. Да. И шнурочек еще. Да. Мы ждем электричку. Когда мы приехали на машине, я уже вроде сказала, что это из-за того, что не было электрички на подходящее время. А обратно мы хотим поехать на электричке, потому что это стоит всего 50 рублей. Полчаса время занимает, то есть это быстрее, чем на машине. Сейчас еще период пробок. А так получилось, что мы прошлись по паркам, посидели там на лодке, зашли воды купить. И у нас типа вот впритык. Сейчас 16:12, электричка в 16:19. Очень классно спланировали. Поезд приедет на Витебский вокзал. Очень красивый в Петербурге. Мне очень нравится, тоже покажу. Добрый вечер. Это уже непонятно какой день этого влога, но я уже третий день хожу с новым цветом волос. С каждым мытьем головы оттенок немножко вымывается, и сейчас он выглядит гораздо более естественно, чем в первый день. Первый день я поняла, что немного непривычно для меня это было настолько, что я внимание своего мозга прям весь день на этом концентрировала. Сейчас, мне кажется, типа как будто у меня такой цвет волос был всегда. Сегодня была пятница, и я работала в академии весь день. Утром я ходила на УЗИ плановое. После операции мне сказали, что все супер. Я очень обрадовалась. На радость я пошла вот в кофейню. Академия находится в магазине книг. И эта вся атмосфера как-то
навеяло мне, что я хочу прочитать какую-нибудь книгу. Раньше я думала, что мне нравится читать только какую-то литературу по какой-то теме, то есть, чтобы получать информацию. А сейчас мне хочется читать литературу, чтобы узнавать какие-то истории. Отчасти меня на это вдохновила девушка по имени Бирта. Я смотрю ее YouTube-канал, и она там делала свои книжные распаковки. И она с такой радостью рассказывала, что ей пришли новые книги художественной литературы, что я прям тоже захотела. Сегодня в подписанных я попыталась что-то найти интересное для меня, потому что я хотела, первое, зарубежного автора, во-вторых, современного, потому что просто захотела. Вот, в подписных что-то не особо что-то приглянулось, долго ходить не хотелось, поэтому я вернулась домой, посмотрела на сайте Буквоеда, что у них есть в наличии, сразу увидела книгу нужного мне автора и пошла, собственно. Сейчас Антон уехал встретиться с друзьями, а у меня такой девчачий вечер, me-time. И я покажу вам свои покупки сейчас. Первая — это, конечно, книга. Я хочу убрать вот это. Это, кстати, тоже наклейка, может ее отклеить. Честно, я даже не читала аннотацию, но мне кажется, мне понравится. Я люблю вот что-то такое легкое. Посмотрим. Я, честно, вообще не чтец. Действительно, это большая редкость, что мне захотелось что-то почитать, поэтому надеюсь, эта книга меня не подведет. Вот. Автор Долли Олдертон. Долли Олдертон, называется книжка «Мои нереальные парни». Эта автор написала популярную какое-то время назад книгу «Все, что я знаю, что-то там, ля-ля-ля». Может быть, вы видели. Второй магазин был. Это было «Золотое яблоко». Я думала что-то там купить для спа вечера, потом подумала, не особо я в целом это люблю. И на самом деле у меня много что есть дома, поэтому что-то новое особо большое не хотелось, но что-то маленькое в целом я была не против купить. Взяла маску от бренда Fumi, какая-то новая. Написано «Сияние и глянец» с витаминами Е, протеинами, гренин, что бы это ни было. Положу в холодильник и сделаю утром. Мне нравятся маски от этого бренда. Я пробовала с витамином С, оранжевую. Я пробовала розовую, нежно-розовую, не помню с чем, наверное, с церамидами. И я пробовала голубую, которая с гиалуроновой кислотой, вроде увлажняющая. Больше всего, наверное, мне понравилось с церамидами, больше всего с витамином С, потом с церамидами, потом, наверное, с гиалуроновой кислотой. Вот, протестирую вот эту. Это дороже, чем те. Те были в районе 120 рублей, это 180. Мне кажется, что-то мне должно быть экстра. Последний магазин был для поднятия жизненного тонуса. Я зашла в Азбуку Вкуса. Я хотела какой-то лимонадик попить, но сладкого особо не хотелось, взяла боржоми. Насыщен ароматом цитруса и экстрактом имбиря. Сильно газированный, без сахара. Надеюсь, мне зайдет, потому что я хотела что-то вкусненькое попить. И последний лот. Если вы не пробовали, мне про этот продукт, про этот лот из Азбуки Вкуса рассказал Антон. Блинчики с заварным кремом и грушей. Очень вкусно. Абсолютно не тяжело. Не тяжелые, да, вкусненькие блинчики. Я на самом деле не очень хорошо вхожу в блогерский ритм. После отпуска я вообще ни в какой ритм не могу войти. Ни в спортивный, ни в блогерский, ни какой-то у меня еще был. Не в рабочий, да, я работаю, но я вообще не могу, мне так хочется постоянно тюленить. Почему я вообще решила читать и вязать? Я, кстати, вяжу, я вроде не говорила про этого в влоге. Это мой влог. Я могу показывать здесь все, что я хочу. Я думаю связать небольшую сумочку. Вот, крючком вяжу. Надеюсь, спицами научиться. Я почему начала читать? Пока не начала, но начну. И вязать. И еще я начала больше смотреть длинных видео на ютубе. Потому что я хочу развивать какую-то концентрацию, чтобы у меня внимание фиксировалось дольше на чем-то. Поэтому вот, вместо рилсов и тиктоков, я их тоже смотрю, чтобы подпитываться идеями для контента, смотреть, что в тренде, без этого никак, но чтобы вот так вот лежать и весь день смотреть, я стараюсь от этого отходить и надеюсь, что чтение, вязание и просмотр каких-то длинных роликов, свободное от работы и встреч время пойдет мне на пользу. Короче, по самочувствию.
Сейчас сделаю то, что хочется. Надеюсь, я правильно себя слышу. Я постараюсь чаще выходить на эту площадку. Я себя взбодрю, замотивирую. В середине июля я поеду в Екатеринбург к бабушке и маме. Поэтому будет контент оттуда. Возможно, мне стоит ввести правило выкладывать видео раз в неделю. Спасибо вам большое за просмотр. Спасибо большое за комментарии, которые вы пишете. Их очень важно оставлять, чтобы видео продвигалось. Если вам нравится то, что я выкладываю, пожалуйста, не стесняйтесь и поддерживайте меня. Скоро увидимся в следующем видео. Спасибо большое за просмотр. Пока-пока.